В преддверии Нового года в Химках появляется все больше площадок, где можно весело провести время. Для юных химчан организуют различные спектакли и мастер-классы с участием сказочных героев. В мастерской Деда Мороза детям подарили настоящий праздник. Принцесса Эльза помогла отыскать волшебный клад и создала новогоднее настроение. Мастерская Деда Мороза проходит второй год при поддержке партии «Единая Россия». В данный момент она проводится на территории городского округа Химки в торговом центре. Спасибо, хочется сказать, торговому центру за оказанную поддержку в проведении данного мероприятия. Мастерская Деда Мороза – не только возможность изготовить сувениры своими руками. Это интересная программа на любой вкус. Кроме мастер-классов, дети могут принять участие в различных других активностях. Это настольный теннис, это игра в кубики, это детская площадка. В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» в Химках для жителей пройдет более 350 различных мероприятий. Химчан ждут яркие новогодние спектакли, спортивные соревнования на свежем воздухе и выступления талантливых артистов. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.